С сегодняшнего дня стартует выдвижение кандидатов для участия в предстоящих внеочередных выборах в Мажилис и Маслихаты. Этот этап будет длиться 20 дней, до 8 февраля. Потом начинается регистрация, она будет идти по 18 февраля. Календарный план и регламент электорального процесса был представлен на заседании членами ЦИКа. Основным этапом станет предвыборная агитация. На этот период самовыдвиженцам по одномандатным округам, политическим партиям и неправительственным организациям выделили ровно месяц. Ну а 18 марта наступит день тишины. В организации проведения досрочных выборов будут задействованы более 86 тысяч человек. Оплата труда членов избирательных комиссий должна составлять не менее 3 МЗП на период проведения кампании. Минимальный размер заработной платы на 2023 год правительством, значит, принят 70 тысяч тенге. Если мы говорим о прямом, грубом таком расчете, то 3 МЗП это 210 тысяч тенге. Но оплата труда происходит на основании табеля выхода члена комиссии на работу